Lemon Auto на пекинском автосалоне. И здесь мы сейчас находимся на стенде Mercedes-Benz, где только что была презентация нового CLA. Почему мы делаем особый акцент на европейских, японских, американских брендах из Китая? Потому что многие из них, как и Mercedes, имеют здесь локальную сборку. Фишка, например, этой C-шки в том, что она лонговая. То есть, по сути, покупая C-класс здесь, вы покупаете E-шку. Здесь гораздо больше дверь, дверной проем, гораздо больше места сзади. То есть, по сути, сзади это вполне себе бизнес-седан E-класса. Так как это именно локальная сборка в Китае, она не облагается импортными пошлинами, очень большими, и цена на нее очень адекватная, поэтому мы в Россию и в Беларусь можем привозить Мерседесы, Ауди, БМВ, Volkswagen, целую кучу других международных брендов, собранных здесь, в Китае, по очень адекватным ценам. Поэтому, если вас интересуют новые автомобили или автомобили с пробегом, и не только китайских брендов, пишите нам в Lemon Auto, мы с удовольствием привезем их прямо к вашему дому. И, естественно, весомую долю производства своих автомобилей для китайского рынка занимают электрички. Например, EQS а-ля GLS внедорожник, S-класс. Почему? Да потому что, естественно, электрички набирают популярность. И в первую очередь здесь производятся электрички. Помимо EQS у нас есть S-классы гибридные. Смотрите, ну это текущий кузов 223 S-ки. Естественно, с гибридной установкой, естественно, лонговая. Смотрите, какая интересная Ешка. E350 гибридная, лонговая. То есть, покупая Ешку, вы покупаете практически S-ку, потому что сзади здесь будет место, как в S-классе. Смотрите, какая большая задняя дверь. И подтверждение того, что это автомобиль, собранный именно в Китае для китайского внутреннего рынка. Но, естественно, мы можем его привезти прямо к вам.